Привет, мальчишки и девчонки. Меня зовут Алиса. На днях мы всей семьей посетили современный музей «Экспериментариум». В этом музее представлена экспозиция, которая охватывает область науки. В каждом зале находятся экспонаты, с которыми можно и нужно взаимодействовать. Исследовать, собирать, разгадывать головоломки, дергать, прыгать и даже кричать. В музее «Экспериментариум» экспонат трогать не только можно, но и нужно. Головоломки. Здесь собраны развивающие головоломки, которые будут интересны как самым маленьким посетителям музея, так и взрослым. Провести самостоятельный опыт, соревноваться на внимательность и собрать необычные пазлы. Все это ждет вас в зале головоломки. Механика в переводе с греческого значит «искусство построения машин». Это одна из важнейших областей физики, которая имеет самое прямое отношение к нашей повседневной жизни. В этой части экспозиции вы сможете провести занимательные опыты и самостоятельно проверить, насколько облегчают нашу жизнь механические изобретения. Магнетизм. Почувствуй себя настоящим волшебником в зале магнетизма. Здесь от магической силы ваших рук магнит начинает левитировать. Узоры из магнитной стружки покоряются вашему видению. И из пространства возникает настоящее магнитное облако. Научные законы – это чуть-чуть всегда волшебство. Электричество. Уже больше 100 лет человек активно использует электрическую энергию, но по-прежнему многие явления не перестают нас удивлять. Может ли человек быть источником электричества? Как зажечь лампочку ухом? В этом зале вы узнаете ответы на эти и многие другие неожиданные вопросы, связанные с возникновением электрического тока. Водная комната. Уникальная и единственная в России интерактивная водная инсталляция. Здесь вы сможете изучить законы гидродинамики, познакомиться с механизмом образования водоворота и морских волн, а также узнать, как работает шлюз и водяная мельница. Прятаться за полупрозрачным зеркалом. Может ли тень быть цветной? Как человек ориентируется в полной темноте? Из чего состоит свет? Что такое тепловизор? В зале оптика вы узнаете все о физике света, об оптических иллюзиях и принципах работы органов зрения. В зале акустика вы узнаете все о том, что связано со звуком, как работают музыкальные инструменты и в чем заключается физика звука. Вы также сможете увидеть звук своими глазами, не используя специальной техники.
Пока-пока, мальчишки и девчонки. Увидимся в новых приключениях.